13 сентября по всей стране состоится единый день голосования. До выборов осталось чуть больше недели. В Славянском районе уже открыты избирательные участки. С подробностями наши корреспонденты. На Кубани выберут главу администрации, губернатора Краснодарского края. В Славянском районе пройдут выборы депутатов Совета муниципального образования, а также глав трех поселений – Ачуевского, Коржевского, Маевского. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолия Чумакова, со 2 по 12 сентября проходит досрочное голосование. Это для тех, кто не сможет проголосовать по уважительным причинам в день выборов. Так, досрочно проголосовавших в районе на данный момент более 18 человек. У нас организовано досрочное голосование на всех избирательных участках. Всего у нас работает на сегодняшний день 64 участка. Значит, каждый избиратель имеет полное право вот со 2 по 12 сентября прибыть на избирательный участок и проголосовать досрочно. Избирательные участки работают с 14 до 20 часов без перерыва. В рабочие дни, в субботу, воскресенье работают участки с 9 до 12 часов. И 12 числа избирательные участки будут работать для досрочного голосования с 12 до 16 часов. Избирательные участковые комиссии уже начали свою работу. Любой избиратель может там с 14 до 20 часов посмотреть списки избирателей и узнать, включен ли он в этот список. Главное, не забыть взять с собой паспорт. Кроме того, исполнить свой гражданский долг можно на дому. Избиратель, который в день голосования не может прибыть на избирательный участок, а законом определено это по состоянию здоровья или инвалиды, они имеют полное право обратиться в любую участковую избирательную комиссию, там, где они зарегистрированы по месту жительства, в устной или письменной форме. Прием заявлений заканчивается за 6 часов до окончания выборов. Поэтому можно обратиться в любое время, и к ним приедут непосредственно домой, и они смогут осуществить свое право голосования на данных выборах. В единый день голосования обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут более 180 сотрудников отдела МВД России по Славянскому району. Будет организована работа круглосуточной горячей линии, а также телефона доверия 8 861 46 220 08. Все избирательные участки непосредственно в период и проведения дня голосования будут дополнительно обследованы на предмет обнаружения любых подозрительных предметов с использованием специальной техники и служебных собак. До дня выборов осталось совсем немного времени. Не оставайтесь в стороне, придите в день голосования и сделайте свой выбор. Тина Копычевская, Игорь Ванчугов, программа «События».